Впервые за 2 года у молодежного театра Алтая появился художественный руководитель. На эту должность утвержден Сергей Афанасьев, главный режиссер и худрук Новосибирского городского драматического театра. Напомню, после смерти Валерия Золотухина 2 года это место оставалось вакантным. Должность предложили Сергею Афанасьеву. При этом место главного режиссера и худрука Новосибирского драматического театра он не оставляет. Сейчас Афанасьев приступил в МТА к постановке пьесы «Вишневый сад», уже провел кастинг актеров. Репетировать начнут в июне, чтобы успеть к открытию сезона. О своем назначении Сергей Афанасьев задумывался еще 1,5 месяца назад. Об этом он рассказал нашему телеканалу в интервью в апреле во время гастролей Новосибирского драмтеатра. Если пригласит этот театр, я очень серьезно задумаюсь об этом. Главное ведь найти актуальное название и актеров, которые бы с удовольствием работали.